Нас осталось четверо, друзья. Всех приветствую на канале Dog Sprite. Сегодня уже 9 число. Скучаем по Альфе. Но она уехала в отличную семью. Сейчас покажу пару вставочек видео. Приехала. Всего приехала, красотулька наша. Приехала, да. Бусечка дома. Альфа, Альфа. Привет, моя девочка, доча. Ну, давай, щикай, щикай. Щикай, маленькая, щикай. В семью Стаффи приехала новая доченька у нас, да? Хорошо ли нам? Удобно. Все, она нашла себе место. Ну вот, как вы успели заметить, все у нее прекрасно, у нее большой, большой этот замок, дворец, так скажем, домик огромный, а у нас тут перетяжки с мамашкой, вдвоем против одной. Вот, дали им носочек, и теперь вообще жара понеслась. Бегают и друг у друга отбирают эти носки. Что только не вытворяют, малышня. Вот так вот, там у нас еще косточка есть, и еще тут этот морской конь, что ли. Вот, все остальное постирано. А кто тут грызет, а? Это что за жопка розовая? Что за розовая жопка, да? Грызет тут, понимаешь ли. Ишь какая. Вон Марик у меня тут сел к деткам. Всем привет, скажи. Всем привет. О, и мамаша тоже там хочет с Мариком играться, да? В перетяжке. Все покушали. Розовая попа, которая грызет вешалку. Так, опа. Надо свет еще побольше включить. Сейчас. О, какая тут суета. Пойми, где... Дети, где мама? Вот. Драки время от времени у нас присутствуют. Мне по свинику пробежали. У них там зубы, что ли, чешутся? Конечно, чешутся, еще как. Афродита тут лазит, сейчас тут будет. Начнется. Кураж. Кураж, бомбы. Да? Куби! 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 Она вся в азарте. Она вся в азарте. Куби! Так, футболка, детям не игрушки. О-о-о-о! Куби! Дай мне. Дай, молодец. Молодец, хорошо. О, какая собака. Ой, умница. Зайчка. Ой, прыгнула-то как высоко. Дай. Папа, почему щенки сначала подлизаться пробовать? Ну, типа, подлизываться, типа, на, я добрый, а потом начинают кусать. Они всегда так. Ой. Ты, морда, нос. Ненечки-то уже пошли зажили. Я думаю, что уже все, хватит молочком кормить. Уже при О, запуталась. И тут же нападение сразу на мамашу. Ага, давайте, атакуйте, чтобы не расслаблялась. Ага. Ты за носком она охотится, а? Ишь какая, посмотри, носок весь уже обслюнявленный. Это кто у нас? Это у нас Амиго. Амиго красавчик. А там кто? Там Анты ходит, ищет. Наверное, где бы пристроить писюляку свою или какашулю, да? Вот так вот они тут все гонзают, гонзаги. Да, точно, сейчас будет какать. Жопень уже надулась, сейчас будет выкладывать. Все, некогда. А вот, теперь мы покакали. Причем пока как захотел один, захотел второй. В общем, вот он какая у нас пиранька есть. Вот. Сегодня, в общем, как-то так. Во, сикаляка делаем. Сикуляку делает. Это кто у нас такой там?
Это кто у нас? По-моему, это у нас... А, это у нас Афина. Все, друзья, да. Там была ситуация критическая. Пришлось мыть пол, убирать. Сейчас все исправлено. Прошу прощения за белье, но по-другому никак. Какают часто все. Так, кто там у меня под ноги мне лезет, а? Кто тут такая? Что за акулята какие-то, а? Акуленок. Это у нас Антейчик. Антейчик, да. Вот пошел своими лапками. Так, а тут кто-то под стулом у меня сидит. А кто же там под стулом, а? Давайте заглянем. Кто там? Там, Афродита. Ага. Ну-ка хорош грызть. Ты чё, девчонка? Девчонка-ураган. Ага. Там Антей бодается с мамой. Вы мне давайте тут все не погрызите, эй, господа. Мамаша, давай только нежно играйся, сынули. О, только сказал про нежность. Морда. Ну-ка, посмотри меня, мордаха. Мордунья. Кусай мамашу, кусай, пусть она почувствует все. Прекрасность материнства. Вот такая ситуация, друзья. Всем мира, добра, удачи, друзья. Всех обнимаю. Поздравляю с прошедшим 8 марта. Всем хороших выходных. Любите собак и... кошек. Все, всем пока-пока.